Всем здравствуйте. Меня слышно? Если слышно, хотя бы плюсики поставьте, чтобы я понял, что звук есть. Вроде я тут все включил. Я просто не вижу, не понимаю, меня слышать или нет. Поэтому в чате, пожалуйста, можете написать, либо если звук нормальный. Слышно меня, плюсики, и мы начинаем. Все отлично, слышно, слышно. Итак, значит, если все слышно, начинаем сегодняшний... Здравствуйте. Начинаем сегодняшний вечер эндодонтический, и думаю, вечер будет интересным, тема актуальна, тема очень интересная. Я пока тогда чат... выключу, вижу, что слышно, все хорошо. Спасибо за обратный ответ. И я где-то временами, наверное, тоже видео потом отключу, чтобы качество передачи слайдов было чуть получше, чтобы это все было быстро и без задержек. Итак, коллеги, доктора, очень приятно, что сегодня есть такая возможность на площадке компании ETIN, да, на такой учебной площадке поделиться какими-то клиническими случаями интересными, клиническими кейсами, опытом, поделиться с коллегами лайфхаками, фишками, да, в нашей достаточно сложной работе, да, когда мы проводим эндодонтию в практике, всегда не хватает каких-то вот именно маленьких лайфхаков, фишек, которые бы мы бы могли принимать у себя в практике. И я думаю, сегодня как раз-таки я максимально за этот период короткий, конечно, постараюсь поделиться именно вот этими фишечками. И думаю, вы уже завтра будете у себя в практике это применять. Итак, коллеги, тема называется «Гибкая эндодонтия системы E-Flex». Немножко я... Сейчас я большой экран просто подключу. Извините, не могу, говорят, звук подключить. Это уже сейчас вопрос не ко мне, а к организатору. Там есть кнопочка «Включить и выключить звук». Посмотрите, это получается слева от экрана. Есть такая кнопочка. Сейчас я попробую его вывести на экран большой, и мы с вами будем работать. Итак. Опять что-то. Все слышно. Ага, отлично. Итак, коллеги, я представлюсь, меня зовут Насим Ахатов, я практикующий врач-стоматолог. Основная практика моя состоит из эндодонтии и реставрации, то есть я работаю по концепции, философии from root to crown, да, от корня коронки, то есть если я сам делаю эндодонтию, естественно, я сам всегда заканчиваю это реставрацией. И мы все с вами знаем, что именно реставрация является финишной линией нашей эндодонтии, и от качества реставрации зависит прогноз, да, успешный прогноз нашей эндодонтии. Так, я живу и работаю в городе Казань, это Республика Татарстан, Российская Федерация. Это очень красивый город с великолепной архитектурой, с очень интересной историей. Это очень гостеприимный город, так что ждем вас всех в гости, милости просим, рад буду увидеться с кем-то из вас, если будет такая возможность, конечно, приехать сюда и поделиться непосредственно опытом, скажем так, тет-а-тет. Я в своей практике, коллеги, использую увеличение, использую дентальный микроскоп, потому что это девайс, который, как скажем так, must have, особенно в эндодонте, он должен быть, потому что это другой ракурс видения, да, в нашей практической работе. И
Все сегодняшние кейсы и сегодняшние видеодемонстрации я снимал все через микроскоп, и будем сегодня как раз-таки, скажем так, пропагандировать микроскопную эндодонтию, да, микроэндодонтию с использованием микроскопа. Итак, коллеги, давайте начнем уже непосредственно к теме, да, у нас тема гибкая эндодонтия, но я бы хотел начать с таких основ базовых. И мы, коллеги, когда с вами видим такие картинки, да, такие рентгеновские снимки, я сейчас попробую убрать видео пока на вот так, ага, чтобы не мешало. Итак, коллеги, когда мы с вами видим такие снимки, да, мы четко понимаем, что были ранее попытки эндодонтического лечения, но, к сожалению, попытки не закончились успехом. Мы видим везде практически на снимках периодонтит апикальный, да, и наши коллеги-доктора допустили, скажем так, базовые ошибки. И, к сожалению, многие перед тем, как делать эндодонтию, не изучают, скажем так, зуб, не в достаточном количестве не берут информацию, чтобы потом только начать эндодонтию, да, и вот в итоге получаем такой результат. И когда мы видим такие снимки, коллеги, да, мы опять же должны с вами вспомнить ту теорию, которую в 98 году доктор Остравик и Питфорд дали нам, всем эндодонтистам, скажем так, на вооружение. Это теория о цели, да, то есть основная цель, которую мы преследуем, когда с вами проводим эндодонтию, да, и многие доктора путают цель с задачей, да, для многих основная цель эндодонтии – это выбор инструментов, это инструментация, это ирригация, обтурация. На самом деле это основные задачи, которые мы с вами ставим, когда мы с вами делаем, когда делаем эндодонтию. Но есть основная коническая, скажем так, конечная биологическая цель, которую мы с вами преследуем. И эта цель наша является устранение развития апикального периодонтита. И есть такая великолепная книга доктора Остравика Питфорда «Essential Endodontology», где они четко описали цели эндодонтии и вот дали такую теорию, да, коллеги. И до сих пор эта теория, в принципе, не менялась. Мы всегда придерживаемся этой теории, да, и как это все выглядит на практике, да, мы... Это очень просто, когда мы лечим, условно, да, первичную эндодонтию делаем, когда мы лечим пульпит, конечным результатом мы не должны с вами получить периодонтит. Но если мы лечим с вами уже периодонтит, да, то мы должны получить полное заживление периапикальных тканей после нашей эндодонтии. И это в лучшем случае, конечно, а иногда в худшем случае просто устранение симптоматики. И динамическое наблюдение порой некоторых кейсов показывает, что после эндодонтии мы не получаем какой-то успех, но это бывает сейчас очень редко. Но цель одна, то есть не получить с вами апикальный периодонтит. И непосредственно к задачам. И мы уже знаем цель, у нас есть цель, да, но у нас есть еще задачи, которые мы ставим перед собой, когда начинаем эндодонтию. С чего все начинается, коллеги, да, это с диагностики, с составления плана лечения, это предэндодонтическое восстановление, если зуб нуждается в предэндодонтическом восстановлении. Это инструментация, это ирригация, это временная обтурация, да, если мы используем гидроксид кальция как пасту в качестве временной обтурации корневых каналов, и, естественно, обтурация. Но основные задачи – это все-таки инструментация, ирригация и обтурация. И эту, скажем так, теорию, которую Шилдер в свое время описал, что эндодонтия держится на трех таких основных моментах. Это инструментация, ирригация, обтурация. Да, мы сегодня как раз будем разбирать именно пока
инструментацию корневого канала, да, разберем обзор, скажем так, сделаем системы EFLEX, да, какие у нас есть файлы для инструментации корневого канала и в каких случаях мы это используем. Итак, они, значит, у нас получается, если опять же пойти по теории Шильдберга, да, что мы основные моменты эндодонтии, основные задачи эндодонтии – это инструментация, ирригация, аппарация, значит, поговорим об инструментации вначале. Да, я всегда говорю об инструментах, да, потому что многие коллеги очень любят почему-то количество, то есть инструментов в корневом канале в очень больших количествах, да, попадает инструменты в корневом канале, но всегда хочется иметь какой-то инструмент, который бы сделал, не знаю, как волшебная палочка, зашел бы в канал и получили бы ту нужную конусность и тот нужный диаметр, который бы дали бы нам, скажем, такую возможность хорошо провести ирригацию и обтурацию корневого канала. Да, есть такие инструменты, сейчас очень много на рынке инструментов, но вот есть инструменты системы EFLEX, которые нам компания этим предоставила, и к чему я, ну, так скажем так, благодарен за такие подарочки, которые мы сейчас тестируем, работаем и получаем удовольствие. Итак, коллеги, давайте вначале сделаем такой обзор, какие все-таки у нас есть системы EFLEX. Значит, это EFLEX S, это EFLEX Gold, EFLEX, EFLEX Blue, у нас даже есть EFLEX REG, это реципрокальные файлы, да, и EFLEX One, где инструментацию корневого канала, да, можно, скажем так, начать и закончить одним инструментом, это как раз-таки EFLEX One. Всегда, конечно, коллеги, у нас первый вопрос, да, хочется иметь такой инструмент, который был бы, опять же, повторюсь, как волшебная палочка, но еще и был бы гибким, который бы всегда работал бы в корневом канале очень быстро, чтобы он не сломался, чтобы мы не оставляли какие-то фрагменты в корневом канале. И, конечно же, вопрос гибкости, да, вот как раз-таки здесь у нас он возникает. Итак, какие гибкие у нас файлы, да, то есть гибкие, очень гибкие и экстремально гибкие инструменты системы EFLEX. И гибкие – это у нас EFLEX S, как раз-таки SX, S1, S2, этот SX-устевик, да, и более гибкие уже инструменты – это EFLEX Blue, EFLEX One, FLEX REG и FLEX Gold. И на самом деле есть такие экстремально гибкие, это EFLEX S и EFLEX. Да, EFLEX S как раз-таки те формирующие файлы F1, F2, F3, которые, скажем так, являются финишными файлами в корневом канале. Да, они очень гибкие. И мы увидим сегодня работы двух систем. Это EFLEX RT для распломбировки и EFLEX Gold. И вы увидите на видеодемонстрации, как они работают. На самом деле гибкость этих инструментов очень высока. Да? И мы с вами, не боясь никаких изгибов, никаких сложных анатомий в корневом канале, можем провести качественную эндодонтию. EFLEX Gold. Мне очень понравился EFLEX Gold. Я очень люблю вообще все инструменты с золотым сплавом, да, потому что они сейчас у многих компаний есть, и они очень гибкие, они очень прогнозируемые инструменты, с ними очень удобно работать. И у нас сегодня как раз-таки есть в системе EFLEX Gold. И давайте начнем разбирать именно эту систему пока. Итак, коллеги, что касается стандартным, скажем, ISO, как бы стандартным маркировкам этого файла, да, начнем с того, что есть как бы обычная стандартная маркировка по цвету, да, по вот рукоятке мы видим, если это, допустим, желтый цвет, это 20-й, да, это белый 15-й, то есть это стандартная маркировка идет ISO.
Итак, самое интересное, что у них, если посмотреть инструмент, то он от рукоятки до кончика имеет переменный такой шаг, да, диаметр, да, от кончика к рукоятке. И тем самым мы минимизируем, скажем так, благодаря безопасному кончику риски транспортации, риски перфорации в процессе эндодонтического лечения. И благодаря острым реющим граням этого инструмента мы можем очень быстро и легко обработать корневой канал, срезать тот инфицированный дентин, да, дебрис, и выйти из корневого канала. И, естественно, опять же, по стандартной маркировке имеется точная маркировка длины, да, это как по стандартам 25 и 21, 25, 31, да, то есть по длине бывают вот такие у нас файлы. То есть на самом деле ничего, скажем, вне стандартов не существует. И в блистере у нас имеется 6 файлов. Это первый файл у нас open файл. Диаметр у нас 17, конус 0,8. И у нас, посмотрите на форму инструмента, это выпуклый треугольник. Это как раз тот файл, который многие называют как устевой файл, да, то есть для раскрытия устевой части корневого канала. Далее у нас идет по форме, посмотрите, коллеги, треугольник уже. Это как раз-таки E-Flex Path для менеджмента ковровой дорожки. Диаметр там 19 и конус, он самый такой минимальный у нас идет, второй конус. И дальше идут основные инструменты, и они нумеруются как E-Flex Gold EFG 1, 2, 3 и 4. И конечный файл это у нас 3504. Посмотрите на форму инструментов, практически во всех конусах он практически разный. Если начинается с выпуклого треугольника, потом у нас идет квадрат, выпуклый треугольник, и 0,6 конусность 25 это уже обычный треугольник. И опять же 3504 у нас выпуклый треугольник. Благодаря форме, да, то есть благодаря форме мы видим, что очень много свободного пространства, где тот дебрис, который мы срезали в корневом канале, он застревает на реющих грани инструмента, и мы его обратно выводим из корневого канала. То есть ничего внутри канала не остается. И, естественно, потом благодаря ирригации мы все это вымываем из корневого канала, очищаем и дальше начинаем думать об обтурации. Итак, схематично, да, то же самое, то, что мы видели, на картинке, да, теперь по схеме. Посмотрите, коллеги, да, опять же, по конусу идет у нас первый файл, если у Стивига это 0,8, желтая маркировка ISO, 0,2 это конусность, 19 диаметр, это как раз Square Gold для ковровой дорожки, тоже желтая маркировка. Дальше идут те инструменты, которые, скажем так, основные, да, для создания конуса, для создания правильного диаметра и для будущей готовим, скажем так, канал для качественной обтурации и ирригации. Стандартных, конечно, ISO маркировки у нас по размеру бывает 21, 25, 31. Да, то есть это выбирается по длине, да, по длине анатомии корневого канала. Итак, очень обычный простой протокол использования системы E-Flex Gold. Мне очень он понравился, потому что минимум инструментов на самом деле, это все быстро, и мы получаем тот результат, который мы с вами поставили перед эндодонтией. Значит, как обычно, у нас идет с устевого файла, да, open файл. Дальше идет просто для скаутинга корневого канала мы используем 10 к файл. Дальше обычно у нас идет E-Flex Pass для ковровой дорожки. И мы начинаем формировать и создавать конус благодаря этим инструментам. Коллеги, посмотрите внимательно на
маркировку по цветам, да, то есть вот эти кольца, которые мы видим, если у нас два кольца на рукоятке, да, то это уже шестая конусность. Если одно кольцо, это четвертое. Это очень удобно, потому что когда у тебя, скажем так, инструменты уже не в блистере, да, они прошли какую-то термическую обработку, то мы не путаемся, да, мы берем, видим, что у нас два кольца, мы понимаем, что у нас шестая конусность инструмента. И тем самым мы понимаем, что мы работаем именно этой конусностью, если нужно работать, допустим, четвертым либо шестым конусом. Я очень люблю заканчивать, если это первичная эндодонтия, 0,625, и я стараюсь не делать такие, скажем, большие диаметры по типу там 0,435. Для меня достаточно получить шестую конусность, 25 диаметр. Но сегодня на видеодемонстрации я практически провел все инструменты для того, чтобы наглядно вам показать, как это работает в корневом канале, как этот инструмент очень быстро формирует и создает конус нам нужный. И, скажем так, мы получаем прогнозируемый результат в процессе работы. И непосредственно, конечно же, большое удовольствие мы в процессе работы получаем, когда мы работаем с этими инструментами. Итак, вот такой клинический случай, который я хотел бы вам показать сегодня. Из системы E-Flex я использовал E-Flex RT для распломбировки и E-Flex Gold для финишной обработки инструментации корневого канала. Итак, первый файл, который у меня внедрился в этот зуб, да, в корневой канал, это был E-Flex RT 0930. Это нужно было для того, чтобы я убрал в устьевой части ранее обтурированный этот канал был гуттаперчей, да, убрать эту гуттаперчу из корневого канала. Дальше у меня инструмент пошел 0825, то есть у меня восьмая конусность, 25 диаметр. Опять же, эти инструменты мне нужны были именно в устьевой части, да, для того, чтобы, скажем так, создать тот компас, ту навигацию, по которым я уже буду использовать E-Flex Gold, но я уже не использовал инструмент E-Flex Pass для ковровой дорожки, я уже пошел по пути формирующих инструментов и начал сразу из E-Flex Gold 2, то есть четвертой конусности, дальше пошла шестая конусность и 35.04, это была как раз таки, это был финишный файл. Мы с вами видим на КТ, что пропущена анатомия МБ2 и периодонтит у нас в медиальном, апикальный периодонтит в медиальном корне, да, и мы видим разрыв обтурационной системы и небольшой даже видим выход обтурационной системы, либо это паста, либо это гута, пока непонятно, да, за апикальную констрикцию. И мы, у нас цель провести повторную эндодонтию. Поэтому у нас такая схема, да, еще раз посмотрим, такая схема, всего 5 инструментов, 2 для распломбировки, но и 3 E-Flex Gold как раз инструмент для того, чтобы получить тот диаметр. Почему я использовал финишный файл у меня 0,435? Потому что корневые каналы данного зуба уже были созданы, да, то есть был уже какой-то определенный конус и диаметр, который я не понимал, то есть и для того, чтобы получить тот нужный диаметр и конус, да, я использовал 0,435. Я так понимаю, многие доктора, которые работают в клинике, когда используют какие-то инструменты, в основном я понимаю, что всегда заканчиваю там 0,625 либо 0,630, то есть и поэтому мне нужно было выбрать такой более большой диаметр и конус. Вот так это выглядит на картинке. Гута, которая была в корневом канале благодаря инструменту E-Flex RT, я удалил. Мы видим, что благодаря использованию E-Flex Gold даже MB2 мы создали
великолепный конус и диаметр, да, то есть мы видим четкую эндодонтию, и мы видим, что повторная анатомия, то есть пропущенная, то есть анатомия, которую доктор до нас не увидел, мы его обработали, да, и подготовили к будущей обтурации. Итак, на снимке рентгеновском мы видим, скажем так, тот GP-тест, да, тест из гуттаперчи. Я всегда так делаю, ставлю гуту, понимая тем, что тем самым калибрую, скажем так, гуттаперчу перед обтурацией для того, чтобы понять рабочую длину. Обычно многие ставят инструменты, но я люблю все-таки ставить гуту и отправлять пациента с гутой на рентген. И мы видим, что у нас до апикальной констрикции обработан корневой канал. И вот такой вид после уже обтурации. Да, мы как раз-таки готовим зуб к будущей реставрационным работам, да, то есть выбор уже реставрации будет чуть позже. И вот так мы закончили эндодонтию. То есть мы убрали всю гуту благодаря двумя инструментами, три инструмента для формирования и, естественно, обтурация. Мы видим, что все чистенько, все каналы обтурированы гомогенно, равномерно, без, скажем так, ну, есть небольшой паф в медиальном корне, в дистальном корне, но это не критично. Итак, обтурацию в данной ситуации я выбрал метод непрерывной волны. Это как раз-таки downpack и backfill с использованием 3D-обтуратора компании 18. Это fastpack, fastfill. Да, то есть я сделал downpack с помощью плагера, и fastfill – это как раз-таки жидкая гуттаперча, который остальной, скажем так, остальной корневой канал был обтурирован именно этим. И то есть каждая порция была, ну, как по стандарту, то есть порция жидкой гуттаперчи, плагером это все пакуем, и до того момента, пока мы не получим такую гомогенную смесь в корневом канале. Очень удобно, на самом деле очень быстро, и вот такой у нас получается результат. Итак, E-Flex Gold, опять же E-Flex Gold, про конус мы с вами поговорили, диаметр и форму инструментов, ну, практически разобрали, да, про конус, диаметр сейчас чуть позже еще поговорим. Итак, коллеги, рекомендуемая скорость, да, то есть этот крутящий момент, когда мы ставим этот инструмент в мотор, нам не надо ничего менять, то есть на каждый, если раньше были такие инструменты, что на каждый инструмент нужно было выставлять отдельную скорость и торг, то тут ничего не нужно. Ставим на 350, вращающий момент, да, крутящий момент, и торг у нас стоит на 2 торг. Но это как раз-таки нам рекомендует компания изготовителя этих инструментов. Я ничего не менял, я выставил именно по этим параметрам и работал по, скажем так, заводской схеме. Итак, четвертая конусность этого инструмента E-Flex Gold. Что имеем мы в блистере? Опять же, это E-Flex Open, инструмент для ковровой дорожки. И дальше 5 инструментов для формирования корневого канала. Если это четвертая конусность, да, мы опять, если посмотреть внимательно по таблице, мы видим, что у нас переменный как раз-таки шаг, этот переменный диаметр, благодаря чему в кончике, скажем, инструмента мы получаем тот диаметр, который нам нужен. Посмотрите, вот 0,430, мне очень интересно было, что, конечно, то есть кончик инструмента у нас 30 диаметр, да, но ближе к краю рукоятки это 0,94, в принципе, такой достаточно большой диаметр, но он как раз за счет переменности у нас получается вот этот правильный, скажем так, диаметр корневого канала и правильный конус. Если взять 0,435, ближе к рукоятке, он у нас получается 0,99, да, то есть чем больше по ISO, да, инструмент по цвету, да, если это зелененький у нас получается 35, то опять же к кончику, да, инструмента мы получаем 35 диаметр.
Это очень удобно, это очень на самом деле дает нам, скажем так, возможность без страхов и рисков проводить качественную эндодонтию. И рукоятка, то, что я вам говорил, посмотрите, колечки, которые говорят по одной колечке, значит, это четвертая конусность. Если у нас две колечки, это уже шестая конусность. Выбор, конечно, за каждым клиническим случаем, за выбором доктора, да, но я всегда предпочитаю все-таки шестую конусность и 25-й диаметр. Это тот мой финишный, скажем так, инструмент, если это первичная эндодонтия. При повторной 0,630, 0,635, они у меня такие, скажем, опционные, я их не всегда использую, но бывают такие клинические случаи, где нужны более, скажем, большие диаметры, и тогда мы можем использовать эти инструменты. Опять же, да, тот же самый переменный диаметр, переменный шаг этих инструментов не отличается ничем. За счет большой конусности мы видим, что у нас уже ближе к рукоятке, да, цифры чуть повыше, да, если это было на 0. Так вот. Ага. Если у нас 0,425 ближе к рукоятке было 0,89, за счет конусности мы здесь получаем уже 1,16, да, то есть это уже чуть побольше получается диаметр. Ну, естественно, и конус у нас чуть побольше тут. Вот такая схема. То же самое по стандартам. Длина у нас 21, 25, 31 на разные клинические случаи, да, на каждую анатомию свой размер получается. Поперечное сечение этих инструментов меняется кардинально. Если мы видели четвертую конусность, это выпуклый треугольник, то при шестой конусности это обычный треугольник и очень много пространства для, скажем так, выхода дентина, который мы режем в процессе инструментации корневого канала. Крутящий момент, да, рекомендуемая скорость и торг тоже без изменений. 350 у нас обороты мотора и 2 у нас торг. Конусность 6, размер наконечника по ISO стандартно, да, по цветам тоже маркировка идет стандартно. Итак, коллеги, давайте еще посмотрим один клинический кейс. И как раз здесь в этом случае есть видеодемонстрация работы этих инструментов. Так, коллеги, зуб у нас получается 1,5. Да, мы видим с вами обширную пломбочку. И пациент пришел с жалобами на уже симптоматику, да, то есть боли на термические раздражители, и мы с вами должны, да, провести уже, скажем так, эндодонтическое лечение этого зуба. Вот так выглядит зуб после снятия удаления пломбы, да, мы видим, что практически нет феррула, есть только одна щечная стеночка, и зуб, по сути, скажем так, подлежит по протоколу на удаление. Но, коллеги, я бы никогда такие зубы, конечно, бы не удалял бы, и вам бы не советовал, и себе бы не удалил бы, и пациентам своим бы тоже бы не удалил бы. Но мы должны с вами спасти этот зуб, скажем так, и мы этот зуб и спасем. Вот так это все выглядит. Да. По сути, если бы были бы стенки, может быть, мы бы не провели бы эндодонтию, да, то есть возможность была бы его, то есть сделать билдап из композита, но, к сожалению, так как у нас всего одна стеночка и нет феррула, нам придется использовать какие-то штифтовые конструкции для того, чтобы создать правильный билдап. Итак, коллеги, давайте теперь по схеме, да, по той схеме, которую вначале я вам говорил, те задачи, которые мы перед собой поставили. Итак, значит, диагноз, план лечения, понятно. Итак, мы начинаем с того, что мы должны создать предэндодонтическую реставрацию. Да, вот именно Access Interim Restoration говорит о том, что мы должны сначала создать предэндодонтическую реставрацию, чтобы мы могли зафиксировать кламп от кофердама, да, изолировать зуб,
перед эндодонтией, и начать инструментацию, ирригацию и дальнейшие наши эндодонтические действия. Да? То есть, если это многовизитная эндодонтия, то пойдем через кальций. Если одномоментная эндодонтия, то мы с вами сразу обтурируем этот корневой канал. Итак, вот так выглядит наш зуб. Вот снимочек, да, на самом деле мы видим, вот где пломбы на снимочке мы убрали, и мы получили вот такую картинку страшненькую без стеночек. И протокол инструментации. В данной ситуации я выбрал тот стандартный протокол, который есть в блистерах наших инструментов. И именно строго по этому протоколу начал инструментацию корневого канала. То есть это 10-й К-файл как для, скажем, первичной диагностики. OpenFile, опять же, повторю, для расширения устевой части. Дальше все по протоколу. E-Flex Pass для ковровой дорожки и 4 инструмента для формирования, да, для формирования и для создания конуса и правильного диаметра. Я попробую сейчас включить видео, и там будет звук. Я сделаю потише. Ага. Мы вот, коллеги, с вами видим ту предэндодонтическую реставрацию, то есть из композита создали ту утраченную часть зуба, и у нас open file 0817. Обратите, коллеги, внимание на реющую эффективность инструмента. Сделаю паузу, да, посмотрите, коллеги, что мы уже устевым файлом срезали достаточное количество корневого дентина, да, и он остается в устевой части, да, то есть мы его не проталкиваем ближе к апикальной части, то есть мы его оставляем, вытаскиваем за счет вместе с инструментом, потому что этот депресс как раз-таки застревает на этих лезвиях, на грани нашего инструмента. Естественно, ирригация, гипохлоридом натрия. Десятый файл для скаутинга. Да, определяем рабочую длину по стандартам, да, то есть мы измеряем все это потом эндодонтической линейкой. Ага, вот определили рабочую длину инструмента, корневого канала, то есть, извините, и создаем ковровую дорожку. E-Flex Pass 0219, вторая конусность, 19 диаметр. Всегда у меня в корневом канале гипохлорид, потому что, коллеги, мы знаем, что гипохлорид является практически тем самым лубрикантом вместо EDTA гелей. И у нас по схеме E-Flex Gold 1, 6-я конусность, 15-й диаметр. Опять же ирригация. Здесь я сразу E-Flex Gold 2.04.25 и E-Flex Gold 2.06.25. То есть по схеме все. Опять же ирригация.
И, коллеги, заметишь, как работает инструмент 0625, и, то есть те инструменты, которые имеют уже больше, большие конусы и диаметры, с ними я очень долго не нахожусь в корневом канале, да, это очень быстро. И калибровка. Если мы закончили 35-м, то есть калибровка у нас идет 35-м файлом. Я обычно использую 35-й файл, если, допустим, какой-то вот в данном случае у нас был 0.4.35, я использовал 35-й файл, не обычный металлический stainless steel, да, я уже использовал нити, потому что для калибровки всегда нам нужны нити файлы, чтобы мы не транспортировали этот ручной инструмент после инструментации, поэтому ставим, постучали по файлу два раза, видим, что у нас файл не двигается, все хорошо, значит, у нас правильная калибровка корневого канала. Да, в данном кейсе у нас 0.4.35. Дальше метод обтурации. Да, я сказал, опять же, выбрал по метод непрерывной волны по бутенону. Да, у нас downpack, backfill. Использовали обтурационную систему Fast Pack and Fast Fill. Срезали мастер-штифт, лагерем это все покоим и заливаем уже жидкой глютой. Да? Это уже естественно, все излишки силлера убираем спиртом на брашике, все почистили, промыли, и у нас вот такая получается волшебная эндодонтия с использованием E-Flex Gold и обтурационной системы Fast Fill and Fast Pack. Итак, исходная ситуация зуба на снимке у нас так, опять же, тест из гуттаперчи, да, для определения мастер-шифта. У меня, я всегда ставлю гуту, как я уже повторюсь, я сказал, что я редко очень ставлю инструменты, то есть если я обработал корневой канал финишным каким-то инструментом, у меня всегда финишная гуттаперча того размера инструмента. В данном случае у меня 0.4.35 получается финишный инструмент и гута такого же размера. То есть провели GP-тест, сделали downpack и, естественно, залили остальную часть жидкой гуттаперчи, такой backfill. И, конечно же, место сразу оставили на штифтовую конструкцию, потому что мы будем создавать, скажем так, делать билдап этого зуба, да, создавать культю на будущую ортопедическую конструкцию. Коллеги, посмотрите, где вот такая у нас обтурационная система. Да, еще раз посмотрим наш downpack, там backfill. Очень быстро. Очень удобно работать с эндоплагером, да, он очень удобный, быстро режет. И самое для меня плюс, что нет никаких проводов. Это беспроводная система, очень удобная в применении. И меню абсолютно обычное, простое, там не надо ничего думать. На каждой есть кнопочка, которая меняет градусы, да, для плагера, так и для инжектора. Все достаточно просто. Коллеги, посмотрите на, скажем так, увеличение, конечно, немножко качество теряется. Мы с вами видим, что наша гута практически до апикальной констрикции, а за апикальной констрикцией у нас небольшой паф из силлера. Ну, паф из силлера – это не критично, это нормально, это работает. Через какое-то время мы его уже, конечно, там и не увидим, но посмотрите, коллеги, как все герметично запакован корневой канал благодаря обтурационной системе. Еще раз вот так сделаю, чтобы видно было. Все герметично, гомогенно между
мастер-шрифтом и инжектором у нас нет пустот, у нас нет никаких пузырьков, все гомогенно, все герметично. И мы можем сказать, что мы выполнили, соблюдая все протоколы инструментации, ирригации, обтурации, достаточно качественную эндодонтию. И вот так это все выглядит. То есть мы видим, что мы сделали по схеме, создали стенки перед эндодонтия, да, предэндодонтическая реставрационная работа. И вот так наша гута выглядит в корневом канале. Мы видим очень плотную массу, да, из гутаперчей. Мы видим, что все герметично, гомогенно. И быстро, и на самом деле очень легко, используя именно вот этот 3D-обтуратор при обтурации корневого канала. И даже если вы используете, скажем так, многие сейчас любят использовать метод монопасты и моноштифта, да, с использованием биокерамики, то как раз-таки плагер очень хорошо срезает гуту в устевой части, да, и дальше можно смело паковать плагером также. Да, если вы, допустим, выбрали путь обтурации по методам непрерывной волны, то тогда вам, конечно, нужен будет еще инжектор. Но так плагер во все случаи жизни всегда очень хорошо работает и помогает, коллеги. Я думаю, как раз у нас по времени ровно остается какие-то 5-10 минут. И я думаю, если у коллег какие-то вопросы, в чате можете писать. Я сегодня постарался по инструментам максимум дать ту информацию, которым как бы я владею, и со мной поделились компания-изготовители этих инструментов. Но в будущем, если какие-то новости и какие-то будут интересные случаи, я всегда можете понаблюдать в Инстаграме у меня, увидеть какие-то интересные клинические кейсы. Я, конечно, не так часто их публикую, но есть очень интересные публикации тоже. Благодарю всех за внимание. Я думаю, сегодняшний вечер был очень интересным и полезным для вас. Вы будете это применять в своей практике. Попробуйте и инструменты, и обтурационную систему. Если будут вопросы, можете всегда со мной вот так по... Вот да, как раз таки в чате, Гарри, если есть вопросы, пишите в чате, я как раз таки есть время, могу ответить. Я сейчас включу видео. Вот так. Вот, коллеги, у нас в Казани сейчас уже 8:00. А как работать при кривом корни? Что именно, как работает инструмент или обтурационная система? Я вот вопрос не понял. Был такой вопрос, наверное, я правильно понял, как работает обтурационная система. Обтурационная система работает очень просто, неважно, какая анатомия корневого канала, насколько кривой у нас канал, мы все равно перед тем, как делать обтурацию, вот как раз-таки мы инструментами создаем тот нужный диаметр и конус. И на самом деле тут без разницы, какая анатомия. То есть мы анатомию все равно благодаря инструментам, да, создаем, опять же повторюсь, диаметр и конус, который нам нужен. Поэтому обтурационные системы, без разницы какой канал, то есть у нас будто мастер-штифт идет размером финишнего файла, и даунпэк вот с инжектором, это как раз-таки дальше мы заливаем. Можно запустить слайд? А какой слайд вы хотите, чтобы я запустил вам? Вот этот, наверное. С
Скачать слайд, нет, это не получится, конечно. Вы хотите какой-то именно слайд скачать? Я вот не понял. Если скачать, то нет, не получится скачать ни один, скажем так, файл из презентации. А если кривизна корня 60 градусов? Кривизна корня 60 градусов, опять же, повторюсь по инструментам, да, вот так я вам покажу. Если у нас кривизна корня 60 градусов был такой вопрос, то, наверное, я так понял, как работает инструмент, да, в такой ситуации. Благодаря памяти формы нити сплава инструмент очень гибкий, поэтому изначально я показал схему гибкости инструментов. Вот. А у нас есть в меру, сейчас отвечу на второй вопрос, перейду, меру, скажем, сложности анатомии корневого канала, по гибкости мы можем выбрать какую-то ту или иную систему. Если у нас очень, скажем, кривые каналы, как коллега задал вопрос, то если кривизна корня более 60 градусов, то какой инструмент вы используете? В такой ситуации мы возьмем из системы более more flexible или extremely flexible, да, то есть в данной ситуации вот как раз-таки E-Flex Gold работает в искривленных корневых каналах очень великолепно. Но если мы хотим получить более экстремальную, скажем, гибкость, то мы можем взять обычный E-Flex, либо взять финишные файлы E-Flex SF1, F2 и F3. И, коллеги, попробуйте эти файлы. Самое интересное, что у них память формы, и они берут ту форму корневого канала, которая у нас имеется. И изгиб, по сути, тут не проблема. Если изначально было правильное создание ковровой дорожки и изучение анатомии корневого канала. Сколько раз вы используете эти файлы? Вот в данной ситуации я использовал всего лишь E-Flex Gold в 3 клинических случаях и, естественно, оставил это уже курсантам, чтобы работали на удаленных зубах и блоках. Я всегда, не знаю, по, скажем так, по инструкции эти файлы можно использовать, то есть в автоклаве, да, они могут пройти 5-6 термических обработок, и файл уже, то есть систему нужно будет выбросить. Поэтому я думаю, так экстремально пока я не буду тестировать, использовал 3 кейса и, естественно, меняю на другие инструменты. Бывают ли моменты, когда ломаются инструменты? Естественно, всегда бывают такие моменты, когда у нас инструмент ломается. Опять же, вопрос термической обработки. Да, любой металл, мы, коллеги, знаем, что имеет усталость. И какой бы нити, и какие бы flexible они не были, то инструмент ломается. В каких случаях ломаются инструменты, коллеги? Когда мы неправильно создаем первоначальный, то есть да, скаутинг корневого канала, когда мы не знаем анатомию корневого канала, когда мы выбираем инструменты неправильного диаметра, то есть бывает, что сразу берете большой диаметр или большой конус, и, конечно, при этом мы можем оставить часть инструментов в корневом канале. И когда мы еще оставляем, когда у нас инструменты очень много прошли термическую обработку и усталость металла как раз-таки здесь играет эту роль, этот фактор. И, естественно, мы оставляем эти инструменты. Поэтому, я думаю, если есть такая возможность использовать инструменты в корневом канале, ну, пусть будет 4 входа в корневой канал, то нужно будет в любом случае менять инструмент. Для меня пока так. Вы уже использовали E-Flex One, есть, ага, про E-Flex One. Итак, коллеги, у нас есть система E-Flex One, это инструментация всего одним файлом. Да, я, честно сказать, пока E-Flex One не использовал, но я использую в своей практике, скажем так, файлы, которые работают, то есть всего один файл, который работает в корневом канале, это компания Densplicerone Wave & Gold. Я как раз-таки использую Wave & Gold тоже в своей практике, и
Работает очень хорошо. Мне очень нравится WaveOnGold. Я думаю, что eFlex One примерно по сути работает как WaveOnGold, может быть. Хотя eFlex это вращающий инструмент, а WaveOnGold у нас реципрок. Я надеюсь в будущем попробовать eFlex One и реципрокальные файлы системы eFlex. И может быть в скором будущем также сделаем презентацию по One, отдельно по реципрокным, отдельно по Blue можно будет сделать. Ну, пока нет, я не использовал. Я из системы использовал только Gold пока. Пожалуйста, всем спасибо за участие. Думаю, я сегодня был полезным для вас. Если будут вопросы, коллеги, пишите, по мере возможности всегда отвечу. И покупайте, пробуйте файлы, операционную систему и пишите все плюсы, минусы. Всегда буду рад вам ответить. Ага. Не за что. Вам спасибо за участие. Да, коллеги, значит, у нас время настало. Всем до свидания. Кому-то спокойной ночи, кому-то продолжение вечера. Желаю всем эндодонтических побед и удачи. Спасибо большое.